Здравствуйте, сегодня я буду пересаживать циперус. Расскажу, почему я это делаю сейчас и по каким признакам я поняла, что его пора пересадить. Почему я решила пересадить циперус? Потому что возникло много признаков того, что пора менять горшок. Первым делом я заметила, что стебельки и розеточки стали часто желтеть, и, естественно, у меня возник вопрос, почему. Ведь это обычно происходит, когда влага не поступает к корням, а я и поливаю часто, и стоит он у меня в тарелке с водой, и опрыскиваю регулярно. А все дело в том, что когда я поливаю, вода благополучно проходит через дренажное отверстие в поддон. Это может происходить, если корни оплели весь земляной ком, и почве просто негде впитывать влагу, а корни не успевают это сделать. Вот так, если полить, то вода оказывается в поддоне. И если посмотреть под горшок, то можно увидеть в отверстиях корешки, значит, его пора пересаживать. Сейчас я буду доставать циперус из горшка и посмотрим, оплели ли корни земляной ком или нет. Но сначала нужно полить для того, чтобы его легче было вытаскивать оттуда. Сначала прямну стенки горшка для того, чтобы земля отошла от них, и вытаскиваю. И что же здесь видно? Да, корни оплели весь земляной ком. Признаки налицо, что пора пересаживать. Не стоит тревожить корни. Я его уже пересаживала весной, поэтому если эта земля останется еще на годик, ничего страшного. Я сниму только ту землю, которая легко осыпается. Вот так. Все, и в таком виде я помещу его в новый горшок. Горшок нужно брать больше предыдущего. Желательно, чтобы горшок по краям был примерно на 1 сантиметр больше от земли. Но у меня здесь немного больше. На дно нужно положить керамзит. Теперь насыпаю на дно немного земли. Я использую универсальную. И примеряем. Если надо, еще досыпаем. И теперь свободное пространство засыпаем землей. Утрамбовываем, чтобы внизу не было пустот. И продолжаем засыпать землей. Циперус растет очень быстро, поэтому, зная признаки, по которым ему тесно в горшке, можно вовремя его пересадить. Смотрите, отлично циперус себя чувствует в новых условиях, стебли не желтеют, стали расти еще выше. Вот, видно, например, вот он, один из первых вылез, по сравнению со всеми он выше. Так что имейте в виду, что циперус быстро растущее растение. И именно этот вид в природе может достигать примерно до 2 метров. Конечно, в домашних условиях он вряд ли вырастет до таких размеров, но, однако, он будет высокий. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всего доброго!